Послушай, Глеб, никак у меня из головы не идет тот бандит. Какой? До которого я у склада упустил, с орденом Отечественной войны. А что? Уж больно он похож на Фокса, как его Соболевский описывает. Я думаю, ты переусердствовал, Володь. Ты сколько того офицера видел? Минуту, не больше? Да я эту минуту на всю жизнь запомнил. Да нет, не может быть. Не может быть, чтобы Груздев был связан с бандой. С одним человеком еще куда ни шло, звонка нет. Не того полета эта птица. Здорово.